В Йошкар-Оле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируют капитально отремонтировать 11 участков улиц общей протяженностью около 12 километров. В мэрии утверждают, что на сегодняшний день около 70% столичных дорог уже находятся в нормативном состоянии. Подробнее о планах на сезон дорожного ремонта, который уже не за горами, в нашем сюжете. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в республике уже не первый год. И Марийская столица – один из самых активных его участников. Только за прошлый год в Йошкар-Оле отремонтировано 16 участков автодорог общей протяженностью 16,5 километров. Причем эта цифра приходится не только на центральные магистрали города, но и на дороги в спальных районах. Общая доля автодорог, которые приведены в нормативное состояние, составляет теперь 67%. В перспективных планах к 2024 году довести этот показатель до 85%. Не забыли в столице и о текущем ямочном ремонте. Несмотря на календарную зиму, специалисты уже приступили к работе. МУП-город уже приступил к устранению аварийной ямочности на наших улицах. Техника, позволяющая это делать, есть на предприятии с 2014 года. Используется технология укладки литого асфальта, то есть это асфальт высокой температуры, более 200 градусов, соответственно, его можно применять в зимний период, ну, в сравнительно небольших объемах, чем город сейчас и занимается. То есть администрация города проанализировала состояние улично-дорожной сети, увидели те моменты, которые до весны уже оставлять критично, потому что определенные ямы могут привести уже и к аварийным ситуациям, и к поломке автотранспорта. Работы стартовали 20 января. За несколько дней на столичной улице уложено более 4 тонн литого асфальта. Это устранило наиболее серьезные ямы. По мере их появления текущий аварийный ремонт будет продолжаться. Все выбранные участки имеют высокую интенсивность движения. По ним также курсирует и общественный транспорт. Активная подготовка идет и к реализации в этом году приоритетного нацпроекта. Контракты все заключены на все объекты, подлежащие ремонту в 2023 году на территории города. Подрядчики готовы, уже занимаются закупкой материалов. Дирекция муниципального заказа, наше подразделение, за этим пристально следит. Проверяется готовность как по технике у подрядчиков, так и как раз по заготавливаемым материалам. На данный момент дорабатываются календарные планы графики для того, чтобы не было пересечений на уличной дорожной сети при ремонте, не возникали заторы, ну и, соответственно, чтобы работы выполнялись параллельно с ремонтом некоторых инженерных коммуникаций. Напомним, что в этом году в столице отремонтируют около 12 километров дорог. 11 участков разной протяженности находятся в разных частях города. Реализация проекта существенно улучшит дорожно-транспортную сеть Йошкар-Олы и сделает передвижение по городу безопасным и комфортным.